Система здравоохранения Казахстана готова к борьбе с новой волной коронавируса. В стране обеспечен двухмесячный запас препаратов для борьбы с COVID-19 и имеется достаточно вакцин для массовой иммунизации и ревакцинации населения. Подготовлены койко-места для тяжелобольных в стационарах, однако медики просят не забывать о мерах предосторожности. Бірақ оны жетеді екен деп, етекті кенге жаймай, бәріміз талаптарды сақтауымыз керек. Ең бірінші... Главное не расслабляться. Карантинные меры нужно соблюдать неукоснительно. Уже доказано, что главная панацея от этого недуга – вакцинация. У иммунизированных граждан меньше рисков попасть на больничную койку или под аппарат ИВЛ. Не нужно пренебрегать и бустерной дозой. У граждан есть выбор, каким препаратом ревакцинироваться. В наличии Казвак, Синофарм. Граждане старше 60 также могут ревакцинироваться препаратом ПФА. Отметим, в связи с резким обострением эпидемиологической обстановки вышло новое постановление главного санитарного врача страны. Согласно документу, 70% сотрудников государственных органов и национальных компаний, а также других организаций должны уйти на удаленку. Школьники и студенты вузов будут учиться дистанционно до 6 февраля.